Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. Получила я свой заказ по карточкам «Твой бонус», который мы активировали в прошлом каталоге. Заказала я по ним только самые выгодные предложения, воспользовалась, вернее, карточками только самыми выгодными. Еще один заказик у меня идет по этим карточкам. И кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Но начну я с того, что я получила за 1 рубль. Первое – это вот такая зубная паста из серии «Эксперт Фарма». Я эти пасты очень люблю, периодически я меняю их, то отбеливающую пасту, то обычную пасту, то концентрированную. Очень мне они нравятся. Она не содержит активного фтора, содержит инновационные активные ингредиенты высокой концентрации. Она обладает освежающим длительным действием, мягко отбеливает, хорошо пенится, имеет очень приятный вкус. Нравятся мне эти пасты, я постоянно их покупаю, но, как я уже сказала, я их чередую. И повторю, что обошлась она мне всего-навсего за 1 рубль. Следующее, это вот такие влажные салфетки для удаления пятен из экспресс-помощь. Очень они мне тоже нравятся. Периодически я их заказываю, когда они заканчиваются. Должны у меня быть постоянно на работе. Я так неаккуратно всегда снимаю одежду, то когда переодеваюсь на работе, что пачкаю постоянно помадой. Очень хорошо они справляются с этой задачей. Удаляют свежие пятна, загрязнения от ягод, чая, кофе, косметики, просто здорово. Но повторю, что очень хорошо справляются именно со свежими пятнами. Здесь 20 штук, артикул у них 11128, выиграла я 3 штуки, 3 пачки за 1 рубль, очень выгодно. И вот, собственно говоря, этим очень довольна. Следующее, за 1 рубль я выиграла средство для тела на выбор и взяла вот такой крем, крем-масло для рук и тела, артикул 8642, здесь 200 миллилитров, по каталогу он стоит 330 рублей. Вот я выиграла два таких, две упаковочки за 1 рубль, как я уже сказала. Хорошо впитывается, хорошо питает, нравится мне текстура этого масла, приятный очень аромат розы и сандала. Серия вообще оранжерея мне очень нравится, поэтому кто еще не пробовал такое масло, присмотритесь, очень хорошее. Следующее, что я взяла, это уже не за 1 рубль, а по карточкам «Твой бонус». Стойкую крем-краску для волос. Вот такую, с аминокислотами шелка. Очень она мне нравится, я пользуюсь оттеночком 88 бежевый блонд. Обошлась она мне со скидкой 50% и еще минус мои 26. Очень выгодно вышло. Здесь 100% закрашивание седины эта красочка делает. Краска с аминокислотами шелка, как я уже сказала, содержит восстанавливающий кислородный флюид, который после окрашивания разглаживает поверхность волосиков, придает яркость и питает волосы. Очень хорошая красочка. Я раньше пользовалась краской «Красой», но вот когда ее вывели из каталога, перешла на эту краску, и, собственно говоря, я этому рада, потому что она мне нравится больше. Здесь в составе идет, как я уже сказала, бальзам, сама красочка, перчаточки, ну, собственно, все, что всегда входит в состав, с краской идет в комплекте. И повторю, что сама краска держится долго, она стойкая, она не вредит вашим волосам. Аминокислоты шелка легко проникают в структуру волос, разглаживают поверхность волос, придают им невероятную мягкость. Волосы действительно мягкие, не сеченые, очень хорошие, неповрежденные, ну просто замечательная красочка. Следующее, это вот такой нежный тоник для лица, кислородное дыхание. Мой уже подходит к концу, и вот я воспользуюсь выгодной акцией. Тоже обошлось мне 50% и плюс еще моих 26. Хорошо очищает кожу, подготавливает ее к нанесению крема ночного или дневного, разглаживает кожу хорошо. Нежный тоник очень имеет неприятный запах, нет липкости никакой. Использую, как я уже сказала, утром и вечером, перед ночным и дневным кремом. Очень хороший, мне нравится. И покупаю я его периодически. Артикул у него 02-59, и здесь 150 мл в нем.
И следующее — это увлажняющая сыворотка. Сыворотка спрей для лица. По купончику она у меня 55% я выиграла. И минус еще моих 26. Здесь 40 мл. Артикул у нее 29,96. Очень хорошая сыворотка. Она освежает и тонизирует кожу. Хорошо увлажняет, успокаивает ее. Содержит кислородный комплекс Новафтем. Очень мне нравится. Действительно, кожа с ней хорошо дышит. В жару очень хорошо ее использовать. Мне нравится. Ну, вот такая классная. Кто не пробовал, еще присмотритесь. Замечательная вещь. Идет она, как видно, уже со спреем. Спрей-распылитель. Следующее, что я вам хочу показать, это моя любовь, которую я очень, как говорится, ждала, на нее хорошую скидочку. Это вот такая рассыпчатая пудра. Взяла ее как VIP-консультант с 70% скидкой. Пудра «Воздушная фантазия». Артикул у нее 62,20. Обошлась она мне всего-навсего за 180 рублей. У ней тончайшая, просто тончайшая текстура. Она идет на основе натуральной слюды. Придает коже фарфоровую такую гладкость. Делает кожу сияющей. Она содержит фотоотражающие пигменты, которые освежают лицо, подсвечивают изнутри. Это у меня самый светлый оттеночек. Пудра представлена в трех оттенках. Вот первая, она такая незаметная, невесомая, подсвечивающая. И вторых два оттенка, это тоже матирующая пудра. Содержит пудра масло черного тмина и масло семян тыквы, которое, кстати, борется с воспалениями. Очень хорошая пудра. Повторюсь, это моя любимая пудра на сегодняшний день. Когда она, конечно, не бюджетная в каталоге, и когда она закончилась, я ждала на нее хорошую скидочку. И по карточке, как VIP-консультант, взяла я ее. Очень она мне понравилась. Понравилась, и беру я ее постоянно. Очень люблю. Следующее — это туалетная вода «Ланселот». Тоже взяла ее как VIP-консультант с 70% скидкой. Обошлась она мне 480 рублей. Артикул мне 32,40. Для Фаберлик этот аромат создал французский парфюмер Элис Бена. Аромат свежий, древесно-пряный. Слышится морской аккорд в этом аромате. Мне очень нравится. Вот взяла на подарок. Очень классный. Присмотритесь, если вот кто-то хочет такую, ну, как сказать, такой шлейф, очень красивый, такой благородный мужской запах. Очень мне нравится. Ну и следующее, что я вам хочу показать. Вот такой крем-гель для душа. Очень мне нравится. Портужур. Аромат просто шикарный. У меня есть такая водичка, с которой я ходила все лето. Неудушающий такой аромат. Свежий, приятный, шикарный на мой вкус. Мне очень нравится. На лето самое то. Ну вот сейчас решила я взять себе еще и крем для душа. И что еще я вам хочу показать. Это вот такой спрей для обработки поверхности с натуральным маслом Монарде. Он помогает справиться с налетом в ванной комнате. Налет плесени убирает хорошо. Для шкафчиков используется очень хорошо его, для поверхности. Ну, просто шикарное средство, которое, если вам нужно удалить неприятные запахи и удалить налет плесневый. Очень хорошее средство. Присмотритесь к нему. Ну и вообще для обработки поверхности обеззараживает очень хорошо. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет покупать продукцию со скидочкой 20-26%, ссылочка на регистрацию внизу. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. С вами была Надежда. Всего вам доброго!